Агитационная работа республиканцев продолжается в Мангыстауской области. Кандидаты в депутаты посетили рынки и торговые центры города Актау, рассказали жителям о своей предвыборной программе. Побеседовали с владельцами бутиков, делились собственным опытом и узнали, с какими трудностями сталкиваются предприниматели. Люди не только озвучили свои проблемы, но и рассказали, в каких сферах хотят видеть изменения. Республиканцы поздравили горожан с праздником Амал и пожелали здоровья и благополучия. Кроме того, члены партии ознакомились с работой предприятия в нефтяной отрасли и рассказали его сотрудникам о своей предвыборной платформе. На встречах с населением и трудовыми коллективами люди говорят о проблемах в сфере медицины, образования, об изменении условий военной службы. В целом за два дня в Мангистауской области мы охватили около 2000 человек.